Lamborghini Huracan EVO R в виде Spider выйдет на рынок летом. Обновленный Lamborghini Huracan EVO RV-D Spider получил приставку EVO в названии и более мощный двигатель. Если раньше V10 5.2 развивал 580 лошадиных сил и 540 ньютон-метров и разгонял родстер с нуля до 100 км в час за 3,6 секунды, то теперь у атмосферника 610 сил и 560 ньютон-метров, а время ускорения до сотни сократилось до 3,5 секунд. Увеличилась максимальная скорость с 319 км в час до 324. При этом сухая масса по-прежнему не превышает 1509 кг, а развесовка по осям составляет те же 40% на 60% в пользу задней оси. Она, кстати, не подруливающая, как на Huracan EVO с полноприводной трансмиссией. От предшественника рестайлинговый Huracan EVO R в виде Spider отличается передним бампером, почти всей задней частью, включая диффузор, панель между фонарями, патрубки выпускной системы и их расположение, а также колесами. Изначально они 19-дюймовые, но за доплату доступны диски диаметром 20 дюймов. Плюс клиенты смогут заказать углеродокерамические тормоза с 8-поршневыми моноблоками спереди и 4-поршневыми сзади. Продажи заднеприводного EVO Roadster начнутся летом 2020 года. В Германии начальная цена составит 175 838 евро 14 миллионов рублей. Российских цен пока нет, но летом Huracan EVO R в виде Spider приедет и к нам. Статья издания Drive. Автор Давид Шенгелия. Фото Lamborghini.